Здрасте. Добро пожаловать в ООО «Самые красивые невесты». Отдел по подбору персонала. Приветствую. Вы ищете себе невесту, правильно? Да. Еще. Значит, мы вам можем предложить три кандидатуры. Первое. Это муж старухи Шипокляк. Шипокляк злая, сварливая, старая. Нужна вам такая невеста? Нет. Еще есть кандидатура муж русалочка. Интересно. Она с хвостом, пахнет рыбой. Не пойдет. Слишком молодая. Еще нет 18. Не подходит. Нормально. Ну, еще есть у нас девушка Елена. Зовут добрая, красивая, умная, просто замечательная. Ну, я думаю, нам подойдет. Пойдет, да? Ну, на нее у нас очень высокий конкурс. Ух ты. Вот так вот. Для начала вам нужно придумать комплимент на каждую букву ее имени. Думай сам, я же могу тебе помочь. Давай подсказывай. Хорош. Чего хорош? У тебя что, мозгов нет? Так, комплимент на букве Е. Ну, думай. Я что-то не в голову. Я так разнервничался, даже не знаю. Скажи Елена. Ну что, ну Елена. Это не комплимент, это просто. Да. Ну, первый подскажи. Просто скажи. Мы бонус сделаем по льготу. Ну да. Единственная. Ну да, единственная моя любимая Елена. Вот только ее буду выбрать. На L. Единственная. На L. Любимая Елена. Следующая Е. Она не знает. А что ты? Ну каждая буква имени это Е, Л, Е. Как все хитро-то, а? Естественно. Молодец, видите, да? Теперь самое сложное. На М. Незабываемая, ненаглядная. Точно. Настоящая. Опа. А. Не-не-не, надо попрыгать. Прыгать. На одной что? Да, на одной. Куда? А ты давай, не волнуйся. Малайзия. Куала-Лумпур. Куала-Лумпур.
не могут. Ну и последнее. Куда летите? Оставите? Сам думай. Что, ты не знаешь? Ты что, не знаешь, Париж столица Лондона? Можно начинать на русском. А, я люблю тебя. На английском. I love you. На арабском. Сейчас скажу. Сейчас на арабском. Ну, погромче, немецкий. Kimi Ai Shiteru. Ну, еще раз, на английском. I love you. Молодцы. Стой. Надо еще твои вокальные данные проверить. Кричишь, что ты хорошо, а вот как вот песня. Поет отлично. Ой, смотри, пошли. Будешь исполнять нам песню, разбегутню. Это твой микрофон. Разбегут неуклюжий пешеходный по лужам. А вода по асфальту рекой. И неясно прохожий. Почему я веселый такой. Молодец. Молодцы. Ну и напоследок. Чего? Ручка есть. Вот так. Давайте жениху. Хороша невеста наша, нет милее ее и краше. Чтоб об этом знал весь свет, нарисуй ее портрет. Это зря. Я же не художник. Можешь выкрутить скопинки. Я нарисую, потом я тебе... Ну давай, что тебе грязно. Я бы рисовал, но рисовать тебе. Я тоже не умею рисовать. Я же не знаю, как рисовать. Мы еще тебе даже глаза не горят. Суть глаза побольше. Ты не портрет на сходство, не пытайся делать. Ты главное сделаешь, а не смешное. О, отлично. Ну, отлично, нарисуешь. Я иду. Тоже нету. Так. Смотри. Я смотрю. Что ты соль спрятал? Как она? Жена вещь. Нет. Так. Я тут. Ух ты! Ой, блин, за вот двери.